Давно не рассказывала о малышах-тамаринах, а они тем временем выросли и разъехались по новым домам. Недавно им 4 месяца исполнилось. Мальчик при этом уехал в большую семью, где так же, как и у нас, есть попугай Жако и, главное, собаки. Правда, далеко не такие маленькие, как у нас. Но абсолютно такие же, точно добрые, поэтому, надеюсь, на новом месте он без собак скучать не будет. Девочки также нашли очень хороших хозяев. Самое главное, что люди приезжали заранее знакомиться с ними, и было видно, что сами люди животным понравились, и что люди знают, на что идут, а это в деле обретения питомцев действительно самое главное.